Здравствуй, Лёш. Ой, здравствуй, стерео, Миша. Ну, давай попробуем. Ну, давай попробуем. Поиграть на старости лет. Ну, раз в год и палка стреляет. Джоза говорит, господи, флешбеки со скачивания демок с ладера. У меня микрофон я просто гарнитурный, дает такой эффект. Фан Лекс тот же самый, и, но у него тиммейт другой. Да. Видимо, серьезного. Это РТ, думаешь? Может, он более сильного товарища позвал? Поиграть. Слушай, хочу... Ага. Ты что, опять эльф? Ты хуман? Ага. Нет, очевидно, что прошлый был его союзник, потому что они оба 27 ранг были. Довольно странно было бы, если бы у них в РТ было бы у обоих 27 ранг. Повезло. Так, а если серьезно, сейчас, во-первых, исчезли ли друзья лаги на стриме? Сейчас как-то поплавнее вроде все стало. Конечно, Миша, ты знаешь, сколько мне лет? У меня давно исчезли друзья. Ага. Кто к тебе каждый вечер, толпа приходит? Ты их знаешь, этих людей вообще? Ну, это просто, чтобы заглушить боль от потерянных друзей. Друзья лаги. Ой, необычно приятное чувство играть, Варик. Особенно, если побеждаешь. Здание. Я уже подзабыл. Ну, тебе это вообще должно быть непривычно. Блин, почему ты любишь односложные шутки, Лёша? Ну ты же умнее. Ну, ты же можешь шутить изящней. Зачем? К чему? А это идеально изящная шутка. Зато ты понимаешь их. Да, звук как в 2007, потому что Лёша выдал мне гарнитуру. Гарнитура хорошая, но дорогая. Миша не захотел студийный микрофон, сказал, дай мне гарнитуру. У тебя есть второй студийный микрофон? Конечно. Не, кто-то говорит, что так даже лучше, так что норм. Отлично. Миша, у меня 4 монитора. 2 студийных микрофона дополнительных к моему. А он сидит на ноутбуке. Через гарнитурку стримит. Здание готово. Ну не молодец ли? Молодец ли? Как мы будем играть? Здесь базу ставим? А, у меня тут форсир, между прочим. Ну сейчас тебя вдвоем будут выигрывать. По классике. Мы должны действовать. Твой ход. Базе союзников нужна помощь. Ко мне пришли. Ну, один к себе, один ко мне, но один что-то волков отдает, как... Как, не знаю, как... Они два арка, кстати. Блин, сплетанул, ладно, в этот раз. Контролит, пытается. Я тоже пытаюсь. И хедхантеры, Шимида. Каков, молодец. Мой клинок жаждет крови. Не перевызвал волков, ошибка. Ошибка! Время пришло. Твой ход. Но он смотрит на самых битых юнитов, то есть он контролит. Приказ поняла. Мы должны действовать. Кормил меня, подкормил орк. Будь я проклят. Спасибо ему за это. Я готов. Никто не уйдет живым. Приказывай. И он продолжает отдавать. Приказывай. Волков. Время пришло. Сердце и труд все перетрут. Мы должны действовать. Такой целеустремленный молодой человек. Мой клин. Ну ты сам пока, да? Ты сам, я сам. Я не знаю, спирит как... должно. Да, да, все. Каждый сам за себя, один за всех. И каждый сам за себя. Угу. Я проверю после игры. Но колодцы общие. Сам понимаешь. Хитро как-то. Ты можешь пользоваться моими, да. Базой. Я эту шутку тоже ожидал. Блин, ну какого хрена, ну... Быстрее. Хоть
хоть Димке оставь. А я оставил ближайший к тебе. Спасибо. Ладно, я иду в соло Демон Хантерова. В соло в Т3 в МГ. Тебе идет рабочий арка. А тут два орка, стоп. Мэйдэй, мэйдэй. Да, я пошел. Я побежал на одного из них. Это не самая эффективная стратегия, Лёш, тебе сразу говорю. Да нет, это самая эффективная с третьим архимагом. А мы с третьим архимагом бы отбились. Просто. То я его сейчас уничтожу. У меня щитки и третий архимаг. Алло. Да, хорошо. Время пришло. Я второй барак на всякий случай делаю, массу арчей. И готовлюсь терпеть, блин. Ну, ему надо вернуться в любом случае. Иначе у него будет все плохо. Под плохо, я имею в виду, он умрет. Ай. Совсем. Мой клинок жаждет крови. Укажи мне. Ну, арк умер. Мы должны действовать. Даже если они тебя полностью убьют, они уже не выиграют. Держу хорошо в курсе. Но они очень близки к этому. Хорошо. Ну, я арка тоже убил. Мне как-то легче стало. Мой клинок жаждет крови. Скажи мне путь. Хорошо. Время пришло. Твой ход. Твой ход. Приказ поняла. Не проблема. Я тебя даже отбивать не буду. Слишком. Я на телепорте уйду просто с виспами. Это правильно. Я выкосу максимум из моей базы. Попробую подзащищаться как можно дольше. Жду приказа. И все, я уйду с виспами красиво. Время пришло. Приказ понял. Твой. Арон пошел. Хорошо. Я держусь, пока у меня мейн стоит. Приказа. Приказ поняла. Жалко, не успел рейндж делать. Это жалко, реально. Укажи мне путь. Тут ключевое, друзья, это время. Время, которое было выиграно. Тут-то это один, у обоих. Приказа. Ну, точнее, у одного уже ничего нет. Угу. Быстрее. Мы должны действовать. Зато я Димку на них третьего прокачал почти. Хагош. Я еще поваю. Один телепортируется. Но у меня мейн минус. И второй телепортируется. Отвратительно. Блин, я не уверен, что ты бьешь шестью арчами. Справился? Ну так, нормально. Ну я все норы сейчас убью. По фану. И фудхантеров. Блин, где же мне подлечиться? Ай, ко мне он возвращается. Ну я на халяву нычку тут, к сожалению, не построю. Ты, там вроде никто не должен возвращаться. О, с иллюзиями можно. Дай денег. Спасибо. Только виспов надо было каких-то вернуть. Здесь строить нельзя. Мой клинок жаждет крови. Спасибо большое. Недостаточно. Нежная рука сейчас свернена. Приказ поняла. Да, один вернулся. Не проблема. Приказывай.
Время пришло. Будет второй вряд ли. У него там сильно много чего-то есть. Приказывай. Наконец-то. Приказ. Снова сбегаю. Не могу. Хорошо. Беги, пока можешь. Жду приказа. Да, но, к сожалению, нычку я не смог восстановить. Быстрее. Твой ход. Но я старался. Мой клинок жаждет крови. Ну, это главное. Приказ поменял. Наша священная роща осквернена. Укажи мне путь. Здание готово. Здание готово. Мой клинок жаждет крови. Приказ поняла. Ну, тут три рабочих на двоих у них. Эй! Мне кажется, это проблема. Хорош. Блин! Интересные игры.